Здравствуйте, мои необыкновенные, мои звездочки, мои богини, мои галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнце. С вами Евгения, ваш личный таролог. Ну что же, девчонки, посмотрим сегодня, как поживает любимый мужчина, который живет буквально уже в вашем сердце, в вашей душе. Подумайте о нем, представьте его рядышком, перед собой здесь и сейчас, для того, чтобы настроиться и даже через общее освещение получить информацию конкретно о вашей паре. А я подарю вам подарочек. Какой-то подарочек. Сейчас расскажу, как повысить свои денежные энергии, как их буквально активировать и получать от жизни все. Идут праздники, поэтому очень важно активировать эту энергию. Как это сделать? Где найти информацию? Переходите в описание видео на мой бесплатный телеграм-канал и забирайте мой подарок во благо вам. Практика рабочая, практика сильнейшая. Это не ритуал, это не магия. Я не занимаюсь ничем подобным, поэтому не переживайте. Энергию вы не отдаете. Наоборот, получите. И причем Вселенная даст вам вдвойне. Кстати, отдельная благодарность вам за вашу финансовую поддержку, за ваши донаты. На эти деньги куплены карты. Я занимаюсь благотворительностью, помогая людям, животным и птицам. Поэтому все, что вы отправляете, вернется вам в тысячи раз больше в самом важном и нужном аспекте вашей жизни. Кто хочет поддержать мой канал, поблагодарить, вы можете это сделать, если перейдете по ссылочке в первом закрепленном комментарии. Также всегда спрашивают, я озвучиваю для новеньких, для гостей моего канала. Кстати, если вы еще не подписаны, непременно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Сердечечко вам в ответ, для того, чтобы получать уведомления о моих новых видео, которые я для вас публикую ежедневно. Ну что же, давайте посмотрим, в каких энергиях ваш мужчина. Прописывайте имена вашей пары, для того, чтобы информация отыгралась, отозвалась. Имена вашей пары. Как ты сегодня? Давайте спросим его. Как ты сегодня? Говорит, знаете как, он медленно, но уверенно, вот как-то потихонечку, вот такой вот ответ. Мужчина не быстрый, сегодня очень медлительный, вообще, если идет к какой-то цели, то не будет рвать пространство для того, чтобы что-то совершить, нет, потихонечку, как ты, нормально, как ты, все хорошо, вы знаете, много воспоминаний сегодня о прошлом, возможно, альбомы пересматривает, либо же с кем-то разговаривает, вспоминает информацию, а как было раньше, и неважно, там, сколько ему было лет, если молоденький совсем, да, пересматривает свои детские фотографии, если мужчина уже в возрасте, то пересматривает, например, что там, колледж, университет, школьные, вот настолько, да, считывая информацию даже до таких деталей, такая информация только на моем канале. Ну что же, давайте еще смотреть, какой ты еще сегодня. Он говорит вообще по миру. Во-первых, эта карта – это общение по социальным сетям. Это онлайн общение. Возможно, мужчина сейчас в командировке, в поездке, либо же собирается в командировку, в поездку, потому как у Вселенной нет вчера, сегодня, завтра. Здесь идет информация последнего времени. Давайте еще смотреть, какой ты еще сегодня загадочный. Слушайте, я не удивлюсь, но ваш мужчина либо же обращается, либо же по интернету, просматривая информацию, пытается найти ответы на свои вопросы. Какая это информация? Ну, по карте Верховная Жрица это однозначно, либо же Таро освещение, руны, возможно, какие-то гадания, девочки, и здесь не без этого. Кстати, возможно, вообще просматривает наше освещение для того, чтобы найти ответы на свои вопросы. Очень даже может быть, потому как здесь не общение, да, с человеком напрямую. Здесь либо же ищут возможность, как же узнать, как же найти. Ну, например, да, может просматривать и гороскопы, да, вот когда лучше сделать определенное действие для того, чтобы получить желаемое. Вот такая вот информация. Ну что же, давайте посмотрим, как он поживает. Основная сигнификация у нас сделана. Как ты там поживаешь? Рассказывай. Все как на духу. Как ты поживаешь? О, девочки, как он поживает? Говорит, живет одна женщина, любимая, в моей душе, в моем сердце. И, по-моему, я вообще живу только благодаря ей. Благодаря
моей любви к ней. Давайте посмотрим, кто же она такая. Пусть расскажет, и вы уже будете смотреть. Кто твоя любимая? Расскажи. По характеристике будете смотреть, отзывается ли вам эта информация. Кто она? Расскажи. Она сейчас от меня закрыта. Красотка, которая занимается... Девочки, у меня очень идет с потока информации, что это вы. Вот точно, прямо 99% это вы однозначно. Та, которая занимается практиками. Та, которая вообще услышала свою душу. Познала себя. Но именно в момент, когда были ограничения с этим мужчиной. Вот если вы сейчас не общаетесь, если вы сейчас не коммуницируете, даже если у вас есть какая-то коммуникация, но это абсолютно не то, да, чего бы вам хотелось, и вы каким-то образом пытаетесь прийти в баланс. Ну, кто просматривает мои медитации? Кстати, плейлист медитации. Кто еще не знает, переходите, слушайте. Кто пытается, знаете, как перенастроить себя? Кто на йогу ходит? Кто слушает музыкальное произведение для того, чтобы прийти в баланс? Что это за музыкальное произведение? У меня на телеграм-канале есть практика «Гармония Вселенной». Благодаря энергии космоса и музыкальному сопровождению вы приходите в баланс. Причем там есть на разные сферы практики. Переходите, наслаждайтесь, все для вас, все бесплатно, все в свободном доступе. Так, ну и как ты поживаешь? В луне, девочки. Вообще мужчина, он говорит, знаете, как я вообще не понимаю, что со мной сейчас происходит. Да. Он себя самого сейчас не узнает. Почему? Это почему? О, девочки, а потому что у вас нет общения. Потому что нет общения. Он говорит, что вот те вот... Ой, идет слово с потока, не скажу. Потому что YouTube не пропускает. Но это, видимо, его выражение. Ну, русалки, девочки. Те русалки, которые находятся в моем пространстве, абсолютно не сравнятся с той, которая живет в моем сердце. То есть здесь есть определенное внимание. Да, оно есть с женской стороны, в сторону мужчины. Возможно, какие-то там подружечки, какие-то там знакомые знакомых. Но он говорит, это абсолютно не то. Самая важная женщина. Да, девушка, богиня, живет в моей душе, в моем сердце. Она чувствует меня, она меня ощущает. Так, еще как ты живешь? Куда собрался? Слушайте, тут какую-то дорогу планируют. Мужчина однозначно планирует поездку, либо же дорогу. Куда? Он говорит, что я пока планирую, но этот вопрос еще не решился. Ну, например, если ему нужно оформить загранпаспорт, либо же получить визу, либо же получить, например, разрешение по работе. Это может быть как и командировка. Он говорит, пока что этот вопрос решается, пока что я еще не уверен. Ну окей, давайте еще посмотрим, как ты еще поживаешь. Давайте посмотрим вообще, думал ли он о вас сегодня. Это важно знать. Думал ли ты о моей богине сегодня? Конечно! Конечно думал. Причем он говорит, не только сегодня. Я вообще живу мыслями о ней. Почему? Потому что он видит вас лучшей женщиной в своей жизни. Она уникальна, она идеальна, она лучшая. А чувства свои покажи. А, так это же он про чувства и говорил изначально на сигнификации. Это он вас вспоминал, девочки. Это он вспоминал ваши отношения. Это он вспоминал свое состояние с вами. Он говорит, я хочу постоянно возвращаться в это состояние, потому что мне там хорошо. Мне там комфортно, мне там легко. Еще чувства покажи. Девочки, вы для него сокровище. Вы для него клад. Вы для него исполнение желания. Он говорит, что я ее искренне настоящему люблю. Вот здесь идет безусловная любовь, которая буквально он считает подарком Вселенной. Ну что же, мои необыкновенные, благодарю вас, что вы досмотрели видео до конца. Желаю вам всего самого хорошего, всего самого светлого. Забирайте свой подарочек, непременно переходите на мой бесплатный телеграм-канал. Жду вас там. Там послания мужчины, советы Вселенной. Очень много интересной информации, которая действительно будет полезна, важна вам. До встречи! Буду с вами рада встретиться на моих остальных освещениях.